Dawaj. Witam wszystkich. Всем привет! Я, как и обещал, еду по вечернему городу. Покажу, какие у нас приготовления. Ну, еще рано у нас, Рождество только в январе. У нас еще ничего почти не готово к Рождеству. Только редкие огоньки. Потому что Рождество у нас, как известно, будет в январе. А сейчас просто люди готовятся к Новому году, огонечки появляются кое-где. Сейчас проедем по-быстренькому к горпарку, покажем нашу елку, которая мне не очень нравится, потому что она искусственная. Раньше ставили у нас настоящую елку, привозили из гор. А сейчас экономят, собирают пластмассовую елку там или какая она. Сейчас мы находимся в самом центре города. Это перекресток улиц Пролетарская и Краснооктябрьская. Это считается самый центр города. Здесь самая дорогая арендная плата за магазины и так далее. Ну, иллюминацию уже повесили, как вы видите, иллюминация есть. Смотрите, как красиво. Оказывается, у нас две елки. Еще одна елка есть. Это на площади Ленина. И одна елка в горпарке. Полину забрал из художественной школы, везу домой, решил, думаю, снять, раз обещал. Она с 2 часов дня до 6 вечера в художественной школе занимается. Тут мы, по-моему, уже проезжали. Ну да, мы здесь уже были. А это впереди будет здание нашего Майкопского пивоваренного завода. И вот тоже тут украсили.
сейчас с левой стороны от нас будет городской парк, аттракционы там вся, и главная елка находится здесь. Вот она. Это, наверное, пока самые украшенные места у нас в городе. Больше ничего не будет, потому что еще рано. Все готовятся потихоньку к Рождеству, к Новому году, но еще рано. Еще слишком далеко до этого праздника. Ну вот такой короткий обзор. Всем пока. До свидания. Скажи до свидания. До свидания.